Следующий наш гость спокойно может гулять по Саутсайду. Потому что у него есть фотка с 50 центов. Если бы в Чикаго снимали программу «Холостяк», он бы точно в нем участвовал. Более того, он бы мог снять этот «Холостяк» и сыграть там главную роль. Встречайте, Максим Захарчук! Так, чтобы вы себя понимали, Макс снимает коммерческие ролики, клипы и телочек. Можно так сказать. Я бы, наверное, сфокусировался на коммерческих видео. Привет, Макс, как дела? Расскажи, как... Подожди, у меня шутка. То есть коммерческие видео — это те, за которые тебе платят на Порнохабе? Блин, я бы не хотел заниматься такой работой. Почти. Во-первых, я хотел бы сказать одну важную вещь. Ребята, посмотрите, вы все сидите в этом здании. Посмотрите, какая в натуре крутая движуха собрали ребята. Я считаю, они заслуживают аплодисменты. Потому что где вы, куда вы еще пойдете, ну, в Чикаго, чтобы познакомиться, посидеть за столами, там, выпить и так дальше. Это очень круто. Спасибо. Нам нужно еще пообщаться немножко. Нам интересно, какие у тебя дальше творческие планы? Смотри, у меня план такой. Я хочу, чтобы моя компания была самой лучшей в мире, которая снимает видео. То есть, вот, например, ты приходишь, да, ты хочешь купить Gucci, там, какой-то там пояс, например, да? Не хочу. Ну, например, может, ты не хочешь, может, кто-то хочет, да? И вот ты живешь в Чикаго, да? И ты поехал, например, в Лос-Анджелес, да? И ты забыл купить этот пояс, да? Но ты приезжаешь в Лос-Анджелес, и там есть этот магазин Gucci, правильно? И поэтому я хочу, чтобы моя компания была такая же самая, как Gucci. Ты приезжаешь в любой город в мире, и ты знаешь, что тебе, ну, ты можешь снять видео, захочу их признать, поэтому это круто, я считаю. Давайте поаплодируем! Макс, если кто-то хочет что-то от Gucci, можете обращаться к Максу. Да, это было бы круто, если на следующем этапе девочки из клининга не покупали себе Balenciaga кроссы, а делали видосы тебя. Блин, конечно. А, ребята, еще, да, если, смотрите, если у вас есть бизнес, и вы не знаете, почему у вас бизнес не работает, я могу сказать сразу, у вас нету классного видео. Задайте себе вопрос, или оно у вас есть. Если у вас нету, вы знаете, что делать. Набирайте меня. Всем пиз. Последний вопрос. Кто-то знает, кто-то не знает, но Максим есть организатором вечеринок «Все свои». Все правильно. Скажи, Макс, когда будут следующие вечеринки? Будут ли они вообще? Они будут. Мы просто ждем, когда вот этот весь порожняк с коронавирусом закончится, и мы уже нормально можем просто залететь в клуб и все вместе, ну, повисеть. Но мы готовим парочку разных ивентов не только с вечеринками, а вообще, когда люди могут вместе коммуницировать, могут знакомиться, поэтому немного не буду трещать, но когда все будет готово, вы все узнаете, поэтому, короче, подписывайтесь на все свои в инстаграме, и там будет движ. Йоу! Красавчик, спасибо.